«Нуклеокидс» – это международный детский творческий проект госкорпорации «Росатом», который ежегодно объединяет талантливых детей сотрудников атомной отрасли из России и зарубежных стран-партнеров для постановки и показа яркого музыкального шоу. Самое главное – это популяризация атомной энергетики, показать через спектакль, через музыку, что дети атомной отрасли ничуть не хуже, а может быть даже лучше, чем дети, которые живут в столичных городах. Каждый год для постановки пишется оригинальный сценарий и новая музыка. С проектом сотрудничают известные режиссеры, хореографы, сценаристы, композиторы и художники. В этом году на проект приехало 75 человек из России, стран СНГ, Европы, Азии и США. Мюзикл называется «Просто летний дождь». Это ремейк фильма «Я шагаю по Москве». Только уже как бы с вкраплением сегодняшних реалий. Вот, ну, как бы наш ответ фильму, который был 50 лет назад. На то, чтобы поставить ремейк известного фильма, у участников и руководителя проекта было всего 3 недели. В основе сюжета двухчасового оригинального представления «Просто летний дождь» – рассказ о школьнике, который попадает в современный город, и на его пути разворачивается много неожиданных историй. Уникальность проекта нашего, в принципе, в том, что мы не делаем ничего заранее. Нет никаких заготовок. И даже открою вам секрет, иной раз сценарий дописывается, и песни в том числе дописываются непосредственно уже за время проекта. Изюминка в простоте. Легкости, и спектакль тоже, на мой взгляд, получился абсолютно незамысловатый с точки зрения восприятия. То есть очень интересно и спокойно его можно смотреть и наслаждаться, не думая, что там, не гадая и так далее. Среди российских участников 4 саровчан. Анжелика Доронина несколько лет назад покорила своим вокалом жюри на программе «Голос дети», а в этом году тех, кто проводил кастинг на «Нуклеокидс». И теперь она одна из самых юных участниц проекта. Мне помогают все проекты тем, что они дают мне какой-то опыт, и я развиваюсь. В постановке «Просто летний дождь» роль досталась не только девочке, но и ее четвероногому питомцу. А вот роль 55-летнего писателя примерил на себя еще один саровчанин – Савелий Пацула. По словам молодого человека, «Нуклеокидс» – один из самых необычных проектов в его жизни. Я обрел здесь навыки для совместной работы. Вот это для меня в новинку. Я индивидуалист. И мне непривычно работать в такой большой команде, где каждый зависит друг от друга, а на этом все крепится. Сразу после премьеры в Сарове мюзикл продолжит гастрольный тур в Нижнем Новгороде и венгерских городах. Заключительные выступления пройдут в Москве в Театре Геликон Опера 17 и 18 августа. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.